Ребята, всем добрый день. В связи с тем, что у нас нет дороги, Виталёсик, кореш мой, не может переехать ко мне в сервис, поэтому мы поехали к машине. На машине колодочки подстерлись, они еще ходят, но их надо заменить. Купили, в общем, мы колодки, взяли мы с собой немножко инструмента. Виталёсик добродет машину, я буду менять колодки на выезде. Как всегда, белые перчатки, гайковер всем известный, электрический ключ. Но вот мы одно не учли, что тут колодки прикручены ключиком на 12. Попросили у парней тут на стоянке. И сейчас вот срочно меняем колодки. Я хочу пожелать помощи на дороге. Возможности переехать в сервис. Вот, смотрите. Все? Да. Смотрите, ребята, дали нам ключик такой на 12. Здесь парни на стоянке с Жигулей, с пятерки. Вот таким вот образом меняем колодки. Ну, это чисто наш косяк. Сейчас ключ на 17 возьму. Что в то время, когда путни люди занимались делом, мы очка гоняли и не взяли ключик на 12. Подержи. Каких? Давай. Угу. Откручиваем болточки. Быстренько два. Немножко вручную сжимаем суппорт, чтобы ослабить его. Вот они, наши колодочки. Вот она уже начала шоркать. То есть все своевременно. Пискун, кстати, отломился просто так. Даже не слышно было его. Направляечки проверили, работают. Ставим колодочки наши новые. В общем, смотрите, это колодки сделаны под ручник, у которых здесь же в суппорте в тормозном ручник сделаны, но нам сточить нечего их. Мы пока так поставим, будет время, мы их сточим. Колодки, видимо, совсем уже китайские, что даже не влазят в свое посадочное место, положено. Или, может, я уже китайский совсем. Китайский. Борис китайский. Друг мой китаец. Здесь влезло, тут влезло, вон. Все, вставил. Ура, победил. Да, что такое? О, все, вперед нажимаем. Капот у нас открыт, мы посмотрели, место у нас под тормозушку есть, сжимаются легко, значит, у нас поршень целый, проблем никаких с ним нету, значит, цилиндры рабочие. Все, устанавливаем все это назад. Пять секунд делов и готово. Динамический ключ мы с собой маленький не брали, поэтому пока затянем так вручную. Зато взяли ключик для колеса, чтобы не открутился и не отпал. Такими инструментами я даже не припомню, когда работал последний раз. Прокручивается. Держи. Ну вот. Сейчас Виталёсик прожмет тормоз у нас, чтобы цилиндрик наш не болтался. И, в принципе, все, у нас готова машина. Ага, тормозуха пошла. Все, работает. Ставим колесико и готово.
отсюда. Ну, колесико втыкай, я сейчас снимаю. Хорошего, да? Лужа уже у нас тут поддавливает, подтапливает. Ну так, ну ничего, быстренько мы заменили колодки наши. На динамике у нас здесь 112 ньютон стоит. Опускай. С одним делом разобрались. Осталось еще считать ошибки. На этом видео наше подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго, до свидания. Подписывайтесь на канал. Смотрите больше видео.